Эпидемия COVID-19 – не единственная проблема жителей индийской столицы. В Нью-Дели нечем дышать из-за тяжелого смога, что еще больше усугубляет последствия для коронавирусных больных. Видимость на дорогах также плохая. На затрудненность дыхания жалуются и здоровые люди. Воздух стал значительно грязнее на следующий день после Дивали. В эти дни много смога, у нас проблемы. Утром трудно дышать. Сейчас есть небольшой ветер, поэтому люди выходят прогуляться. А утром ветра нет, и смог вредит нашим легким. Качество воздуха в Нью-Дели ежегодно ухудшается в октябре-ноябре из-за сжигания стерни на полях, работы угольных электростанций, автомобильного движения и безветренной погоды. Однако сейчас оно одно из самых плохих за многие годы наблюдений. Индекс качества воздуха в настоящее время на отметке в 194 пункта по 500-бальной шкале. Показатель в 150 пунктов ученые уже называют нездоровым, а в 200 пунктов – очень нездоровым. Хорошим воздух считается при показателе до 50 пунктов, умеренным – до 100. В нынешней ситуации всем без исключения жителям столицы советуют ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и людям с респираторными заболеваниями рекомендуют вообще не выходить из дома.